Всем привет! Сегодня у нас обзор покупочек из магазина Fix Price. Давайте покажу, что я приобрела. Кондиционер для белья 99 рублей, 2 литра, 1800 миллилитров, ну, почти 2 литра. Так, запах фреш, свежесть, да? Ну, пахнет в бутылке приятно. Надолго хватает, неплохой кондиционер. Газированный напиток Fresh Bar. Фреш-бар 1,5 литра, мохито 55 рублей, тут уже попили по дороге. 99 рублей витамин С. Так, я такие уже брала, растворимые таблеточки, витаминки. Вкусный, приятный напиток получается. По утрам я такие пью. И 199 рублей вот такие, витамин D3 со вкусом лимона. Ну, они все были, ценник был по 99. А сейчас чеки смотрю, вот эти витамины 199. Так, следующее. Взяла по 77 рублей. Сироп черники. Даже не знаю, что тут. Отличное зрение, сделано в Башкирии. Состав. Сахар, водный экстракт плодов черники, регулятор кислотности, лимонная кислота. Не знаю, насколько он действенный. Так, способ употребления. Употреблять в пищу по 1-2 столовой ложки 2-3 раза в день. Для приготовления напитков добавлять по 1-2 столовой ложки сиропа на 200 мл воды, чая, других напитков. Перед употреблением взболтать. Ох, как! Сейчас посмотрим, что тут за сироп. Ничего не протекло. Так, здесь объем у нас. Объем. Объем на бутылке не вижу. Не вижу. Ни на коробке, нигде. Так, ну, я не вижу, где здесь объем написан. Или я слепенькая, или я не вижу. Не знаю, не могу найти я, сколько здесь объем. Ну, да ладно. Так, и еще также по 77 рублей взяла вот такой сироп эхиноцея. Точно такая же бутылка. Вот. Бальзам. Это уже не сироп, это уже бальзам. Эхиноцея обладает сильнейшими иммуномодулирующими свойствами. Источник витаминов, микроэлементов. Селен, цинк, серебро, кобальт. Микроэлементы, калий, кальций. Улучшает химический состав крови. Является мощным антиоксидантом, антивирусным, антибактериальным, противовоспалительным средством. Эффективно для профилактики, лечения простудных заболеваний. Так, что тут нам пишут? То же самое, как и сироп, можно употреблять. Здесь еще вот написано добавлять в чай, кофе, пропитка для выпечки, топпинг в десерт, натуральный морской газировки. Мне интересно запах и на вкус, как это будет. Пахнет приятно сиропчиком обычным. Кстати, на вкус очень приятно. Я думала, будет какой-нибудь такой, да, травяной. Нет, очень приятный сиропчик. Ну, чернику не буду пробовать. Это уже, наверное, знают, как она на вкус. Так, набор душлаков взяла. В наборе 3 штуки. Цена 200 рублей. Расцветка была разная. Они пластиковые. У меня есть в виде ковшика такой большой. Но вот такие вот очень удобные. В них очень удобно помыть ягоды, оставить стечь. Здесь у нас есть ножки такие. Стечь и прямо здесь оставить, как в мисочке. Отцедить творог. Кто сам варит творог. Вообще красота. Здесь 3 размеров. 17 сантиметров. Самый маленький, средний 20. И самый большой 23,5 сантиметра. В хозяйстве годная вещица. Дальше идем. Так, щетка Ёршик. Взяла вот такую щетку Ёршик, 51 сантиметр, цена 50 рублей. Вот такая вот ручечка здесь пластмассовая и сама щеточка длинненькая такая. Она очень жесткая. Щетка предназначена для чистки сливов в раковине. Ну вот, допустим, в ванной, в душевой кабине, если забивается волосами, можно вот хорошо прочистить.
на кухне. Ну, в любом случае такой ёршик пригодится. Даже где-то труднодоступные места, какие-то щели, сгибы, тоже ей можно пошоркать и помыть. В хозяйстве годная тоже вещица. Взяла перчатки хозяйственные, размер эсочка, не знаю, прямо вот беда, только вот такие разовые, знаете, как из мешка целлофанового, перчатки есть, уже сколько раз была в фикс-прайсе, в разных была, и нигде нет перчаток, вот наборов вот этих вот. Пришлось взять вот такие перчатки, 55 рублей, ну, надолго их не хватает мне, ну, обычные перчатки, что о них тут говорить. Еще взяла вот такую вот щетку. Хозяйственная щетка чистящая. Цена этой щетки 55 рублей. Она такая жесткая. Удобно, мне кажется, такой щеткой вот раковины чистить, плиту, если у кого газовая плита, не керамическая, почистить. Да, любую поверхность, вот даже где-то на полу что-то там разлили, ребятишки у кого там шоколад присохли, ну, мало ли. Очень удобно. С ручкой прям. Ну, мне кажется, если эта щетка придет в негодность, ее можно оторвать и сюда присобачить какую-то губку, щетку, которая вам удобна. Так, размер щетки 14 на 8. А что у нас? Полипропилен и поролон. Это такой поролон. Но он жесткий прям. Хороший такой, жесткая щеточка. Взяла мешок для стирки, я уже такой брала для стирки белья. Я такой мешок брала. Очень удобно в таком мешке стирать бюстгальтера. Он имеет вот такие вот выемки здесь, такие объемные, как чашки. И не мнется бельишко ваше. Да, сюда можно любую мелочевку, но я вот именно для таких целей. Имеется петелька, за которую после стирки можно повесить и просохнет. Вот у меня старый поломался, здесь уже вот эти штуки полопались. Мешок довольно объемный. Хороший такой капрон плотный, двухслойный. Одна сетка внутри покрупнее, снаружи сетка помельче. То есть ничего у вас здесь уже не выскочит из этого мешка. Мешочек сказала, не сказала. Цена мешочка 55 рублей. И размер 15 на 16. Взяла органайзер для косметики. 99 рублей. Для ватных палочек. У меня точно такой органайзер есть. Но этот, как он, с блесточками. А у меня просто прозрачный. Я храню в нем безворсовые салфетки. Верхние формы, которые вот использую. И бафики у меня здесь. Вот этот взяла именно для ватных палочек, для ватных дисков. Ну, еще что-нибудь сюда положить. Он такой с блесточками, прикольный. Цена 99, размер от липучка к липучка. Размер не вижу. Размер здесь не написан, или я просто не вижу. Ну, я думаю, такие уже органайзеры многие видели, знаете. Так, взяла еще себе вот такую ручку-стилус с фонариком. 55 рублей. Скачала себе на телефон игрушку. И там мелкие такие детальки, которые нужно обозначать. И неудобно пальцем иногда. А вот этой ручкой, мне кажется, будет удобно. Я заказала на Алиэкспресс, но когда оно придет, не знаю. Здесь такая мягкая штучка. Попробовала сейчас на телефон потыкать, на паузу поставить. Все отлично работает. И она с фонариком. У нас здесь есть еще LED-фонарик. Также эту ручку можно использовать как подставку, наверное. Ну, тут рисунок. Так, подождите. О, с этой стороны у нас есть еще протиражка. Протирать экран телефона можно. Такая мягкая ткань. Как фетр, не фетр. И можно использовать как подставку. То есть такая универсальная, как стилус, подставка и фонарик. А вот она тут что-то вращается. Зачем? Не знаю. Это включается фонарик. А вот это зачем? Ой, так это еще и ручка. Посмотрите. А как? Кнопка где? А, господи, вот поворачиваем. У нас еще и ручка выскакивает. Ручка черная, по-моему, пишет.
пишет хорошо. Вообще супер. Послушайте, годная такая вещица. Все тут есть. Так, дальше идем. Взяла себе напиток газированный в дорогу, так и не попила. 27,50 фреш-бар. Любим такие газировочки вкусные. И повторил еще про запас пасту, вот этой Colgate Total. Она идет у нас, по-моему, с черным клем должна быть. Мне очень понравилась эта паста. Паста классная. Она полосатая, белая, с серыми полосками. Так, и последнее, что я взяла, это мужской дезодорант. У меня ребенок вот любит вот такой вот именно желтенький. Там были зеленый и желтый, двух видов было. 55 рублей стоит. А, паста не сказала, 99 рублей. Хороший такой спрей. Напор хороший, приятный, свежий запах. Все, все, все покупочки на сегодня. Кучку тут небольшую накидала. Всем спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии, жду ваши отзывы. Поставьте обязательно лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.